Всем доброе утро, у меня 16 мая. Я опять на работе, последний денечек, и будут два выходных. Я буду сейчас кушать мяско, буду есть бедрышки жареные, хочу с утра мясо. И напротив у нас стоит ларечек с овощами, и там лежат розовые огромные помидоры. Я себе сегодня один взяла на 330 грамм. Сейчас покажу. Тут у меня два бедра, они сейчас весят 335 грамм, но здесь есть сок с них. Я сегодня прям с утра их жарила и положила горячими в контейнер. И они с кожей. Кожу я буду снимать, кости я есть не буду, потом взвешу, и будет у меня чистый вес мяса, сколько я съела. И вот такой огромный помидор. Огромный. Огромный. Должно быть вкусный. Вот такой вот у меня завтрак. Сейчас покушаю и скажу, сколько чего я съела. Два бедра у меня вышли на 215 грамм. Помидор 330 грамм. 439 калорий мой завтрак. И опять я ела полчаса, потому что приходится есть и отпускать людей. Ну, от этого никуда не денешься. Вот такой вот вкусный завтрак, мясной и вкусный, и горячий. Всем спасибо, что смотрели. Худейте вкусно и легко. Всем пока!